Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. Новый день встает опять, разлетятся птицы в небо, километры замечать, нам приходится так редко. Дамы и господа, мое вам здрасте. Добро пожаловать в наш мир искусства под названием прохождение модификации на Зов Припяти «Возвращение». Мы с вами очутились, ребята, возвратились. Играем мы за сталкера Дегтярева. Так, очутились мы, ребята, на Затоне. Действие вообще прохождения игры проходит у нас на четырех локациях. Это Затон, Юпитер, Рыжий лес и Восточная Припять. Давайте посмотрим, что же у нас в инвентаре. Ага, в инвентаре у нас не есть ни ахти. Так, давайте вот так вот поставим. Сначала бинты сюда. Ой, не бинты, антирады. Аптечки у нас имеются, армейские бинты с собой. Так, это у нас ПЗИ, ну то есть прибор. Так, уберем, чтобы худо не было. Худо не будет от того, чтобы худо уберем. Наверное, как-то так. Что ж тут еще? Пистолет нам дали, хороший автобат. В принципе, нормалайсен. АК-74 со снайперским прицелом. Вообще хорошечно. Так, это у нас точно антирады? Да, противорадиационные препараты. Это шприц-универсал. Непонятно для чего пока. Будем разбираться в процессе игры. Пока ни артефактов, ничего у нас нету. Оба-на, а нас тут какой-то чувачило встречает. Здорово, чувак! Мужик-то поосторожнее с выражениями. А то так недолго и по морде получить. Кто такой? Опа, а ты что сюда приперся? Ага, давай. Меня Васяном все называют. Вижу, в зону за приключением собрался. Прикид у тебя не слабый. Двигал бы ты отсюда подальше, а то и снаряжение не поможет. Прихлопну, ты поминай, как звали. Так, не спеши, мужик, давай все по порядку. Начнем с того, куда и почему я должен двигать. Из зоны двигай. И чем скорее, тем лучше. Ты еще не слышал, что у нас тут люди десятками гибнуть стали? Послушай, о чем народ на Скадовске по углам шепчется. Ну-ка, ну-ка, вот с этого места поподробнее давай. А чего давать? И так все ясно. По зоне наемники шастают, братство апокалипсиса. Так они себя называют. Валят все, что шевелится. Жути навели все в панике. А еще у них особые отряды есть, вооружены до зубов. Ходят небольшими группами и все вынюхивают. Нет, я еще пожить хочу. Понятно. Ладно, разберемся по ходу. Вот же дурак. И раньше зона была не сахар, а теперь и вовсе смерть. Она везде, и от нее не уйти. Вон, даже выбросы стали значительно мощнее. Ну все, к черту, валю я отсюда. Что это? Ты слышал? Че слышал? Выброс никак на подходе. Не понимаю, почему сейчас? Да выброса ведь еще сутки. Черт, я же почти ушел. Бежим, а то накроет. Куда бежим? Куда податься? Куда бежать, ребята? Блин, пипец, нафиг. Надо головной убор одеть. Смотрите, нас все равно закрывает. Не забывайте, ребята, F1 сжать по дороге. Потому что накроет и дальше. Это аптечку надо сажать сейчас. Тут успеть, главное. Блин, главное, чтобы меня не сажали. Здесь, походу, зомберы. Вот они. Ой, допали до меня, смотрите. Кошмар, грызут. Пипец нафиг. Короче, меня погрызли, по-моему. Еще одну аптечку надо сажать. Блин, да и радиация зашкаливает. Так, ну что, когда же нас перебросят, а? О, есть контакт. Так, сразу же аптечку. Быстренько. Так, надо еще антирад сейчас сожрать будет. Фух, ну вроде бы, кажись, отпустило. Блин, можно, в принципе, этот шлебак снять. Нафиг бы он нужен был. Да что такое-то, а? Еще одну аптечку сожрем. Блин, эти вампиры летучие, нафиг, чуть-чуть не погрызли меня. Ох, ну хорошо, хоть меня радиация не фигачит. Я вовремя антирад сожрал. Да ладно, хватит уже на меня нападать. Сколько у меня аптечек вообще сейчас в запасе? Еще 3 штуки. Блин, придется, наверное, еще одну съесть. Все. Фу, фантомы, кажется, исчезли. Братан, здорово. Ты кто такой? Крот? Ну, привет, Дегтярев. Как самочувствие? Какими судьбами? Ты опять в зоне оказался. Да нормально, какими судьбами, говоришь? Да так, молодость решил вспомнить. И подзаработать немного не помешает.
А где и как тут оказался? Но ты даешь. Ты же на Шевченко. Не узнал, что ли? Тебя сюда наши ребята притащили во время выброса. Ты еле дышал. Повезло тебе, браток. Моли Бога, что все так случилось. Спасибо огромное. Кстати, я тут по дороге сталкера встретил. Васяном кричат. Так вот, он жути всяко наговорил про наемников из-за какого-то братства, ну и много чего еще. Да, давно тебя в зоне не было. Ладно, отправляйся к Бороде, он тебя ведет в курс дела. Да, чуть не забыл, ты же меня выручил в свое время. И помнится, я с тобой так и не расплатился. Так вот, я хороших дел не забываю. Есть для тебя один схрон, он здесь недалеко, возле портовых кранов. Координаты скину на твой ПДА, пользуйся. Хорошо, спасибо. Новое задание появилось, ребята. Важный разговор, поговорить с Бородой. Борода у нас на Складовске, а мы пойдем заберем сначала свой тайничок. О, добрался, ребята, до своего первого тайника. Избегайте встречи с монстрами, живучий пипец тут-то. Так, что у меня здесь, а? И что, и все, что ли? Ой, тут какой-то стол беспонтовый. На один тайник хабар неплохой сгодится. Блин, хабар, кстати, ребята, здесь рандомный. Дали мне какой-то 9-19, блин, лучше бы мне какой-нибудь дробовик дали получше. Ну да ладно, будем продолжать маневрирование. Так, пойдем до Бороды на Скадовск. Добрались без приключений на свою пятую точку. На Скадовске у нас все нормально, ребята, все нормально, нереально. Так, Борода. Здорово, крыски, Борода. Крыски. Блин, правда здесь музон играет, я по-быстрому диалог прощу. Перемотаю. Так, давай, Борода, выключи радио нафиг. А мы с вами сейчас почитаем. Что же он нам сказал? Ну-ка, меню. Статистика, тайники, попутные задания, истории сообщений. Вот он, Борода. Так, вот он, диалог с Бородой у нас. Какие гости у нас на Скадовске? Давно никогда не было видно. Ты куда пропал-то? Да, ровно год прошел, как я зону покинул. Решил отдохнуть от всего. Да видно, не судьба. Опять меня сюда тянет. Вот и вернулся. Зона это серьезно. Зона это, брат, такое. Кто в зоне хоть раз побывал, того она никогда не отпустит. Слушай, Борода. А что тут за новость такая? Говорят, что в зоне какие-то наемники появились, всех убивают. Что-то ищут? Да, есть такое дело. Ты же знаешь, что в зоне их раньше полно было, но теперь вообще жуть. Они везде, они повсюду. Я не знаю, откуда они появились. Братство Апокалипсиса они себя называют. Нет, сталкерам от них житья. Захотят ограбить? Ограбят, захотят убьют. Сплошной беспредел с их стороны. Мало нам бандитов было, теперь еще одно чудо природы появилось. Хорошо, я все понял. Но обращайся, что нужно будет. Обязательно. Короче говоря, ребята, блин, так. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Давайте посмотрим, кто же у нас здесь. Так, ты у нас... Что ты тут-то? О, консерва. Надо у них все со столов пособирать, ребята. Ну, привет, так, ну что, попробуем вот с этим чуваком поотрещать. Приветствую, Палыч, смотрите. Здорово, брат. Приветствую, как тут на Скадовске? Какие новости вообще в округе? Привет, сталкер. Да какие в округе новости? Все как обычно, сталкеры, бандиты, умалишенные наемники, которые всех убивают, монстры, зомби и так далее. Ах да, есть кое-что, на днях сюда барыга один заявился, Хасаном кричат. Торгует он интересными артефактами, редкими и дорогими. Только почему здесь? Откуда у обычных сталкеров столько денег, не понимаю. Интересно, что еще у этого Хасана есть в продаже? Ха, у него есть очень хорошая коллекция ножей. Советую у него купить армейский нож. Не пожалеешь о данном приобретении. Острый как бритва и сталь хорошая. Кстати, этим ножом потом будешь резать часть зверушек, которые после Хасановой продашь. Он и этим занимается. Вот такие, брат, дела. Хорошо, понял. Может, еще что-то полезное мне расскажешь? Полезно? Ну, а вот еще. Техник здесь новый. Назаром зовут. Он в оптике всякое разбирается. Так что если нужно, бинокакль тебе прокачать или там прицел какой, то иди к нему. Хорошо, спасибо, братан. Так, давайте посмотрим, сколько у нас денежек. О, денег у нас 35 косарей. Нормально. Так, Хасан у нас сидит, ребята, на втором этаже. Вот он. Что, еще один торговец? Ну-ка, что у тебя в торговле-то имеется? Патроны для калаша, ребята, у него имеются. А у нас стволов дофига с собой.
О, вернее, в сучах. И что-то я перепутал. У него дробь, ребята, имеется. Так, а почем? По 3200. Ладно, дроби у нас пока хватает. Тем более, стрелять у нас пока нечем. Давай, бывай, братан. Ну-ка, здорово. Ты что ли, Хасан? Привет. Хочешь купить чего? Я продаю эксклу. Редкие артефакты. Интересует? Послушай, Хасан, у тебя есть на продажу хороший охотничий или армейский нож? Конечно, у меня все есть. Давай 3500 и свой старый кинжал. Блин, а не слишком много ты просишь? Слушай, кинжал просто класс. Нигде такого не найдешь. Ну ладно, держи. Так, новый ножик нам дал. Может, помощь какая-то тебе нужна? Брат, конечно, нужна. Меня тут бандит один достал, бывалый. Слышал о таком? Шакал позорный. Мне прохода не дает. Мзду с меня требует. Мочкани его. Всех выручишь и меня выручишь. Конечно, не за просто так. Полезную вещь от меня получишь после дела. Брат, надо очень его убить. Не откладывай, подумай. Я для этого даже место схрона тебе шепну. Прямо сейчас, прямо тут шепну. Ай, хорошая нычка. Ай, полезный. Ладно, уж больно мне деньги нужны. Давай координаты. Блин, там ребята какой-то бесилово у нас на улице идет. Ёлки-палки. Так, пойдемте пообщаемся с карданчиком еще. Здорово. А, это Назар кардан. Я сталкер, если возникли проблемы с оружием или броня, твоя проходилась, то могу починить. Ты, говорят, оптику модифицируешь. Давай 3000, считай, что у тебя новый бинокль. Блин, не слишком ты загнул цену? Ну ты даешь. Не все так просто. Здесь оптика, это работа сложная. Ну ладно, держи. Так, потерян предмет, получен предмет бинокль Оптимус. Ну до встречи, братан. Так, а что у нас бинокль Оптимус дает? О, ты что, с оптикой? Вообще нормально. Так, там, по-моему, наемники схлестнулись. Так, а где у нас находится вот этот чувак, которого надо завалить? Ага, вот здесь вот. Походу, он или наверху, возле сгоревшего хутора, или там в пещере. Блин, пипец попадало. Похоже, чуваки в пещере засели. Сейчас будем выкуривать. Блин, только здесь засада, ребята, добавили какие-то, вот этот какой-то жгучий пух, что ли, или что это такое? Фиг его знает. Хожу, короче говоря, видали, смотри, что творится. Блин, тут только по камням бегать, туда-сюда. Блин, вот так вот. Так, что он там? Что-то тарится. Что-то кто-то орёт. Блин, заложник, что ли, у них? Непонятно. Сейчас будем поглядеть. Что там такое? Что за такие? Похоже, этот барбос вон там засел. Здесь, в принципе, можно аномалии вот так спокойненько. От камней до камней, ребята, двигаемся. Блин, только на камнях найти. Ох ты ж, да. Где-то вот здесь. Только я не пойму, что кто за козел. Обыскать труп. Это кто такой? Немец, вольный сталкер. Блин, а где же этот гаврик-то, а? Бабка артефакта на стол. Что-то я не пойму, где он сидит. Может, болтом все-таки кинуть, попробовать эту аномалию. Ха-ха, проскочить, походу, тут не получится. Бывалого я вон выпалил, ребята, на другой стороне. Вот он ходит. Ха-ха, есть контакт, готов. Прибил я его все-таки. Блин, вот на карте. Пришлось выйти из пещеры. Отсюда вышел и сюда обошел. Нормально, грохнул я его. Смотрите, он с каким стволом хорошим, а? Так, интересно, девки пляшут. Там чувак у нас какой-то остался. Здесь у него флешка имеется. Флешка бывалого. Забираем. Само собой. О, получены координаты схрона. Ага, вот оно как затарено было. Ну-ка, где у нас схрон бывалого? Оба-на. Это у нас на лесничестве. Нужно сообщить. Сейчас посмотрим. Может быть, у того еще чувака диалог будет, который в пещере сидел. Действительно, этот чувачело еще здесь сидит. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Как спасибо, тебе благодарить? Как тебе угораздило к бандитам-то попасть? Тебя. Что им нужно было? Понимаешь, друг, выкуп я должен был принести. Выкуп от своего брата. Они его держат где-то в районе лесничества. Бандиты меня обманули и деньги забрали, и брата не отпустили. Я пытался от них скрыться. Как видишь, здесь они меня и нашли. Ну ничего, теперь я знаю, где они держат братишку. Я доберусь туда обязательно. Перебью всех и спасу брата. Спасибо тебе еще раз, что выручил меня и не дал мне тут сгинуть. В качестве благодарности я тебе дать ничего не смогу, а вот на водочку на один тайничок с удовольствием. Понятно. Ага, я могу помочь тебе убить бандитов и спасти твоего брата. Спасибо, дружище, я тебе буду многим обязан.
Не каждый бы согласился вот так просто помочь человеку в зоне, тем более в таком опасном деле. А у тебя доброе, а главное отважное сердце. Блин, следуй за мной. Сейчас, ребята, будет жесть. Блин, здесь засада полная, пока в темноте, ребята, бегите, бегите отсюда. Ну его в баню. Так, тут этот чувак сюда стоит. Блин, вот здесь вот надо быстренько сохраниться. Это удачно я сохранился, блин, ёлки-палки, нифига себе. Тут битва идет. Так, а наш чувак, по-моему, непробиваемый, нифига. Сейчас у вас арапы недоделаны. Во, граната пошел. Так, ну ладно, чувачок, давай там воюй. А я здесь пока поразбираюсь. Или постою, покурю нервно в сторонке. Блин, а то мне прилетит тут сейчас. Так, еще 4. 3 из них бандуты. Вон он. Блин, кровище с него. А толку ноль. Так, чувак, ты где там? Ты будешь сегодня воевать или нет? Или мне придется? Так, один готов. Еще один где-то остался. Это я очкую туда идти. Ну-ка я пойду-ка, лучше обойду. Так, где-то он здесь. Оба-на. Кем-то он там дерется. Никак завалить не может. Да он с ножом, смотрите, бегает. О, балбес, а. А меня опять приглушило нафиг. Чё ты ножом там дерешься, ё-моё? Где мой автомат? Блин, не дает он мне его завалить. Подождем еще, блин. Нифига себе, подождем еще. Ты смотри, что ты наделал, братан. Возможно, еще не все. Офигеть, да как не все, хватает уже. Во, артефакт, медуза. Это я удачно зашел. О, радиация минус 2. Вот это как раз таки то, что нам надо. И именно сейчас. Так, медузу поставили. Что тут у бандоса есть? Гранаты. Пожрать. Пожили-были, и вот еще что-то, какой-то ПДА. Так, у нас 52 килограмма. Пипец вы, ребята, деловые братаны. Так, что-то я набрал здесь всякого хлама, ребята. Выбросить. Вообще, нафига я эту дрянь с собой таскаю? Гранаты. Пойдем с чуваком пообщаемся. Так, братан, что-то мне все равно поплохело, конечно. Не знаю, что случилось. Но что-то меня колбасит до сих пор. С бандитами разобрались, а брат твоего, к сожалению, не спасли. Эх, счастливчик, братуха ты мой, как же я без тебя теперь буду? Опоздал я, опоздал. Моя вина, не уберег брата. А тебе, сталкер, большое спасибо. Ты реально хороший мужик. Тебя бы отблагодарить, как полагается. Да нет у меня ничего. Ах, да, из головы вылетело совсем. Мне тут по случаю скинули место хорошего схрона. Я как раз туда направлялся, когда меня бандиты схватили. Вот тебе его я и отдам. Координаты уже в твоем ПДА. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо за схрон. У нас еще здесь имеется 2 схрона. Сейчас, ребята, попробуем их зацепить. Но сначала я этих гавриков залутаю. Полдела делано. Борода сообщение прислал. Сейчас, кстати, быстренько 2 тайника залутаем. Так, аптечка здесь у нас. Так, вот это получается первый тайник. А что у нас здесь? Интересно, девки пляшут. Блин, здесь у нас вот ствол какой-то. Ага, интересно. С патронами. Хорошая дычка. Без разговора, правда. Барахла у меня с собой получается, это офигища. Так, а чем он стреляет-то, а? Блин, хорошими патронами. Вот это, наверное, выкинуть. Ствол. Пипец, 53 килограмма. Да, в принципе, вот так вот нормально. Ого, еще не все собрал. Так, что-то где-то еще какие-то патроны. Ага, вот пачка упала. Есть контакт. Ну, в принципе, все здесь собрали. Пойдем к бороде. Оба-на, это что за чувак тут-то? Что за дело? Привет, сталкер, что тебе нужно?
Ой, дружище, помоги, умоляю тебя, помоги мне. Сам не справлюсь, убьют меня. Я у шустрого ствол купил, дорогущий и мощный. Последние деньги отдал за него, ну и спрятал его на лесопилке. В кабине грузовика. Сегодня пошел забрать его, а тут на тебе, и на лесопилке полно наемников. Из этого долбаного братства. Я, как ты понимаешь, еще новичок в зоне. И мне с этим делом не справиться. А тебя я сейчас в деле видел. Лихо вы с каким-то сталкером всех бандитов положили. Так что прошу тебя, помоги мне. Сходи на лесопилку, достань из схрона мой ствол. Денег у меня нет, но есть очень ценный артефакт. Принесешь мне мой пистолет, я тебе отдам этот артефакт. Ну хорошо, я помогу тебе. Блин, лесопилка, так тут же далековато, офигеть. Нифига себе он меня послал. Еще и борода сообщение прислал. Ладно, сначала, наверное, за ценным артефактом, походу, тайники грабанем. Нет, ну награду у Хасана по любасу, ребята, надо забрать. Как без нее? Может быть, он что там, артефакт обещал дать или что-то такое? Ну-ка, Хасан, слушай, повезло, я убил бывалого. Что ты мне приготовил? Получен предмет шар. О, хорошечно. Кстати, ребята, прислал нам балбес этот сообщение, что у нас здесь тоже будет ждать. Так, а что же за артефакт шар такой, а? Во, ну в принципе плюс 30 килограмм максимальный вес. Уже что-то. Хорошечно, сейчас выгружу лишний хабар здесь, а, и пойду на лесопилку. Тут на лесопилке засада, ребята, просто гляньте. Наемников как грязи. Блин, попробую что ли гранату сначала что ли кинуть. Во, наемники тусуются, пипец. По-моему, сейчас меня тут убивать будут. И к тому же жестко, вот их не еще кабадиры. Ой, вернее это. Товарищи охранники. Так, вон уже, пошли грабить. А, это я удачно попал. Так, главное, чтобы меня сейчас не зацепило. Ой, еще одного убил. Хорошечно, продолжаем маневрирование. Так, меня уже обстреливать начали. Это не есть хорошо. Так, вот тут близко где-то сюда. Так, что это мы туда делаем? 6 человек, ребята. Что-то наемников дофига чересчур. Блин. Как... О, смотрите. Гранатометы фигачат по полной программе. Так, есть. Еще двоих приработал. Есть контакт. Хорошечно. Так, надо где-то спрятаться срочно. Я не знаю, с какой стороны по мне пуляют. Вообще непонятно. Вот еще бегут. Пипец нафиг. Офигеть и встать. По-моему, мне сейчас здесь устроят Фуськину маму. Почаще сохраняться, правда, надо. О, есть, еще одного ушатал. Потихоньку сейчас мы их выкурим, ребята. Так, только надо как-то поаккуратнее. О, еще можно гранату кинуть. Если получится, сам куч падает. Не смотрите, там они решили чуваков, короче говоря, своих же ограбить. Гранатами закидаю, нафиг. Да, блин, зашел кто-то. Так, там вот туда еще. Есть контакт. Глядишь, потихоньку я их так всех уработаю. Во. Все, засекли меня, походу. Так, надо прятаться где-то за дерево. Фиг его знает, дальше попадут. Есть контакт. Правда, отсюда ни хрена не видать, тоже граната кидают, смотрите. Да что ты будешь делать, а? Ну давай, давай, быстрее, аптечка нам. Так, по-моему, меня засекли, надо без дислокации бедять. С рассетенцием. Да уж, когда вот еще тем более... Фигачит где-то, короче, надо где-то подлечиться, ребята. Сейчас здесь за дерево подлечусь, Валех. Подлечился маленько, все, вроде бы. Ну, гранатами пуляют, ребята, вообще красота, блин. Так, я не знаю, надо как-то высоту задебать, что ли, или что? Где там он? О, вон, смотрите, своего же грабит, гад. Куда ты мой хабар-то потащил? Все, сваливай тогда отсюда на скорую руку. Блин, тут еще, по-моему, живность имеется. Пипец. Сейчас меня тут точно приголубят. Блин, сейчас где-нибудь спрячемся. О, снорки. Ребята, снорки покатили. Жопа полная. Так, надо как-то от них избавляться. Ага. Блин, пипец, сейчас он меня поймает. Так, а здесь никого нету. Хорошо, быстро бегают снорки. Так, первый готов.
Будем сохраняться почаще, я уже не знаю, как бы эта модификация проходить. Сейчас я высоту здесь займу. Выкуривает всех наемников, это что-то. С чем-то, 126 патронов. Ну нормально, в принципе, пока. Можно, в принципе, под ствола их бабануть. Есть у меня что-нибудь? Да, есть. Живем еще 4. Хорошечно. Продолжаем, значит, маневрировать. Капитаны не сдаются. Так, где они, правда? Блин, надо посмотреть бинокль, наверное. Так, ага, вон они меня ищут. Балбесы. Смотрите, попёрли куда. Или снорков они там гоняют. Да, пускай со снорками разберутся. Сейчас снорк их там завалит. Так, ну кто? А, вот еще один идет. Все-таки засек он меня. Так, есть, этого я завалил. Блин, оттуда мне тоже может прилететь. Вон он, они меня засекли, ребята. К легкую может прилететь. А что же за автомат такой? Своего же грабит, смотрите. Во, последний, кажется, остался. Сейчас разберемся с ним. Так, тут еще палит. Так, ну эти полумертвые. Ага, хорошечно. Все, кажись, зачистил свою территорию. Главное, чтобы здесь никого не было. Так, этот готов. Сейчас мы тех еще надо. Во, нормально. Ха-ха, сейчас разберемся вот там на бугре, который двое из ларца. Одинаковых с торца, с ножа, наверное, их порезать. Оба-на! Кто-то меня запалил, ребята. Блин, пипец, не получить бы сейчас тыкву. Так, вот здесь это наемники эти. Вот и деревца лежат. Дохлые нет. Да, оба два дохлых. Блин, мое место тут заняли. Ну и где еще кто? Не прилетело бы сейчас. Блин, не вижу, наверное, в домах где-то кто-то затарился. Сейчас будем обыскать, пытаться. О, гранаты, хорошечно. Так, вот эти, кстати, медикаменты тоже, наверное, можно продать. Особенно со снорков можно продать нехило. Ой, неплохо я в баре выгрузился. Так, ну и где кого же мне здесь найти-то, а? Откуда он стрелял? Вот это вот непонятно. Задание-то еще не засчиталось. Так, там что-то лежит. Странно. Может, где-то недобитки остались. Ну-ка, посмотрим, давайте-ка по заданиям. Основное задание – выяснить планы наемников из братства. Взять из тайника и принести балабулу пистолет. Ага, надо ему пистолет принести. Получается, что не только зачистить, но здесь никого нету. Блин, только тайник бы найти. Нифига себе, он тут насобирал, смотрите. Гранаты мне нужны. Вот. Мне бы еще аптечек. О, артефакт. Так, а что за арт? Пси-защита плюс 3 тоже пригодится. Аптечки и гранаты нужны. Гранаты по-любому собираю, ребята. Ладно, сейчас я тут полутаю, посмотрю, где же тайник этого гаврика. Еще немного за кадром повеселился. Балабол сказал, в кабине грузовика, говорит, ищи. Мой ствол. Вон он там лежит. Ага, а тут пукан-то горит, ё-моё. Грузовик-то у нас антиядерный, значит. Пипец, охренеть, просто гляньте. Ну, сваливай там побыстрее. Сейчас надо антират проверять. С расчетенцем. Ух, нифига себе меня накрыло медным тазом. Вот это да. Вот это зашкалило. Фух, ну вроде бы пронесло. Пойдемте посмотрим, что же за балабол нам за артефакта выделит. По-моему, меня уже от антирадов штырит. Так, балабол, давай мне какой-нибудь артефакт интересный. Ну вот, держи свой дигл. Ну, а у тебя обещанный артефакт. Ага, ой, сталкер, спасибо тебе. Выручил ты меня. Очень выручил. Ну, а это тебе как договаривались. Да еще, я на днях сталкера
Мертвого нашел. Видать, слепые псы его загрызли. Так вот, я у него КПК забрал. А в КПК там две точки на карте были отмечены. Я так понимаю, что это место схродов. Я тебе скину эти точки на КПК. Будет время, сходишь и посмотришь, что то там. Зато он взять тайник, принести балабол, пистолет. Все. Получен предмет паук. Ну-ка посмотрим, что за паук-то он мне дал. О, паук. Хорошечно. Восстановление сил и радиация. Блин, дал бы лучше что-нибудь побосячее. Пойдете посмотрим, что уже у нас. Эй, подходи! Давай, Хасан, поторгуем. Я тебе тут много чего притаранил. Так, где-то у меня тут ноги, крылья и хвосты были. Вот, есть. Глаза плоти по 120 рублей покупается. Торговать. Ага, артефакты у него, ребята. Железный бублик. Пельмень какой-то. Ветер. Защита. Самый нормальный, блин. Что-то кому-то он продал, по-моему. Паук. Тоже такой у меня есть. Близнецы. Плюс 10 килограмм. И атом. Блин, у него, видать, артефакты рандомно спавнятся. У него как-то был покруче еще артефакт. Ладно, посмотрим, что в следующий раз он нам предложит. В принципе, артефактов у него хватает. Давай еще поторгуем. Где-то я тут лапы... Вот, я тебе лап насобирал. Километр целый. А что-то меня штырит, по-моему, из артефактов. Я не пойму, или из чего. Фиг его знает. Во, продать. Набрал я теперь, ребята, 33 тысячи денежки. Хорошечно. Сейчас посмотрим, кому можно бинты сдать. Но бинты мы уже с вами, наверное, сдадим в следующей серии. А сейчас традиционная рубрика «Передавание перевитосов». Хочу передать привет Лике Братцевой. Обязательный привет типичному зрителю. Доктору Зло сегодня передаю перевитос из Караганды. Ну а на этом, ребята, давайте этот видосик закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока и удачного прохождения.